Вальхалла, 14 эпизод. Не рановато ли? Так рановато же еще. Отличная идея! Возьми да побольше. Джимми. Ну да, кстати, глаз же у него тоже специфичный. Кстати, да, посетитель пришел раньше, чем я музыку поставил. Нестандартную. Так, здесь я вроде все музыки уже отслушал. Вот это не было. А, точно, смотри, я же начинаю с конца теперь. Что? А куда делся? А, он, наверное, пошел к Джиллиану. Его, стоп, Джиллиан. Нет. Черт. Короче, Джиллиан, да, помню, правильно. Да, Джиллиан. Черт, что я это... Подумал, что я ошибся, но нет. Ну ладно. Интересно, если здесь Дороти появится. Ну, она уже, наверное, не появится, что только что была, но... Сравнил. Thank you.
Понятно, скрывается. Ну да, да, да. Ну конечно. Да ладно, нормально. Да, неожиданно немножко. Не рассчитывай. Какой приятный парень. Да уж. Те шестердельки мало было. Потрясающе. Yeah.
смысле 40 лет? Чего, простите? Опять? Что? Это же, ну это что-то такие, что-то вроде ее альтера, да? Это странно немного. Да-да-да. Его. Я. Довольно жестко.
Дзерта Юрсанай. У нее беда немножко с головой, пощадите. Кэви подумала, а она все еще здесь. Да, было с косплеерами, правда. Я почти забыл про это. И она типа была отметила, что она в принципе какая-то странная. Что у нее... Она как-то видит лучше, чем остальные, видимо. Что-то в этом духе. Мама Хорошая шутка.
И? Не-не, вот эта штука. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Вернулась. Не ожидал так быстро. Обычно все-таки если персонаж появился, то какое-то время нет. Да нет, я уже многие тоже подзапоминаю, но все-таки лучше не рисковать. Ой, так что ж такое-то? А, я не дотыкал. А, блин, все-таки здесь были. Сразу догадалась. Дела у тебя? Настя. Бекки? Гэби ее зовут. Габриэль, насколько я помню. Не тушите. Новенький человек. Бекки это Дороти, понятно. Она же говорила, что да, там свое длинное это имя. Ага, именно так, Буска. Вспомнил сейчас. Так, все правильно. Ошибка? Окей. Интересно, как героиня с этим всем связана.
знаю, не сильно интересно вот это. Заказ необычный. А, было, да, такое. Просто если не интересует сеттинг, сразу минус большой. Как говорится, какой смысл отыгрывать персонажа в неинтересном мире? Пэтфорум. Ну, я даже Ведьмака не играл, так что если уж захочется от них что-то, я в Ведьмака поиграл бы. К тому же сейчас очень приличное количество всяких изометрических проектов, если прям хочется ролевых игр. То есть Divinity, Punchfinder, Pillars. Но опять же, что называть RPG, это от этого очень сильно зависит. В чем-то она может быть лучше, а в чем-то и хуже. Опять же, когда выходил Ведьмак сам третий, он проиграл Пилларсом в RPG. То есть, как бы... Ну окей. Хотя, казалось бы, да, такой крупный проект. То есть в какой-то изометрии.
Ну, я в Pillars не играл, но, например, в Quench Finder хорошая история. Да и в Divinity тоже. Хотя в Divinity там еще именно геймплей. И в первую очередь занимательный. Панчфайндер как раз с геймплеем похуже все, но история зато там интереснее. Наверное, да, все-таки поинтереснее. Я ж тоже не фанат всяких билдостроителей. Ну да, Divinity. Ну, они просто стиль довольно, как сказать, легкий. То есть, такой стиль авторский. Ура, 10к. Я живой. Ну, знаешь, я, по сути, в одном дне от проигрыша. То есть я еще за один день получу денег, и все, спишу. То есть я останусь нищим. Так что опасно. А это я, по сути, идеально все по гайду делаю, да? Там максимальные заказы и так далее. Не ошибаюсь. Что-то жесткое. Тильт какой-то, блин. Я говорю, город он. А, ну вот, уже началось. Вне закона, что? Что, простите?
Ну это ожидаемо, да. Кстати, я же не все прочитал. Ага, окей, все. Магазин я все купил вроде. Сохранится. Найс, должность. Слабый, беспомощный. Когда-нибудь. Обычно. Ну, а там новенький кто-то. А, нет. 1000 лет ее не было. Я уже, блин, в смысле забыл про нее. Ну, забыл, что она может прийти. Вот. Чё-таки шиба, блин. Я же забыл про него. Ну, не забыл опять-таки, но... Сегодня его еще не было. Что пёс забыл в туалете? О, и еще один картрол давно не было. Большое пиво, что ли? Да. Что ставить?
Блин, и крылышки подпольные 6. Взрывного нет, это же дамская, да? Да. Блять. Необычный заказ. Нет, правда. Хе, ничего себе. Неплохо. Стоп, что? Да-да-да.
Ну, планирование — это его работа. Пейдл мастера, что ли? Ну, как бы франшизы там разные есть. Ну да, конечно, с идолмастером у стандартных идолов нет, конечно, конкурентов. По крайней мере, на Дадзинши точно одни из самых популярных. В принципе, ну, самых популярных из всех франшиз. Наверное, да? Да. Я так подумал. Еще и пропуск по блату. Петь? Ну да. Да, шанский.
весь плейлист уже прошел. Ой, стал еще раз сегодня, ничего себе. Необычный заказ. Острый, да. Один уже сегодня был. Твою, блин. Болтает. Одного Даша. О как. Что такое персонаж? Слишком пафосная и важная. Окей, я пока сейчас не буду щекать, но когда дойдем. Мастер на все руки, блин. Тебя вообще-то похвалили? В 69-м году до сих пор существует понятие «золотая лихорадка». А, окей. В этом плане. Я уж думаю, где-то 10 тонн золота нашли. Так, название знакомое, уже как-то обсуждалось.
Power Ranger. Ну, помню, да, у нее был там спор. Интересная аналогия. Могущий кто? Так, я открыл. А, можете дать... А, стоп, это не сейчас, сейчас просто Брандини. Она три заказа сделает, понятно. Я просто привык, что обычно два заказа. Потом пошел чекать, а там три заказа. Опять. А на что? Похоже, эти ниточки. Я машина.
Да, хоть это американская, ну, англоязычная игра, да. Все-таки она уж больно дает японщиной. Поэтому у меня зачастую фразы, которые я вижу в голове, именно японские, а не английские. Забавно. Жил было. Ну да. Типа поймать себе звезду, которая так тебе еще и привяжется, не делая для этого ничего. Сменив прическу, но могу поверить, прическа очень привлекает внимание, конечно, такая. Так, ну а теперь считаем. То есть приготовить, сбросить и подать пиво. Как интересно. А, стоп, он же там делается как-то сейчас. Я уж не помню. Вроде так. Так, сделал. А теперь сбросить надо. Да. Теперь пиво. Какая супер странная манипуляция. Ну, буду уверен, что все в порядке. И подать пиво все-таки. Ты же знаешь правду Буски или нет? Я просто не знаю, насколько ты вообще прошаренный. Ну, не всю правду, само собой, местами. Просто чтобы мне аккуратнее было, если что.
все-таки начало шестого, это еще довольно рано. Я ж не знаю, в каком стиле ты проходишь. Просто читаешь историю или, может быть, ты детективишь. Правду о чем? Ну, например, о Беатриче. О, неплохое, кстати, предложение. Не, это правда буска. Просто, как я уже говорил, что все-таки такие истории желательно, ну, первый раз все-таки узнать самостоятельно. Типа в этом свое есть. Своя приятность. А потом уже второй раз можно узнать, зная финал. Да. То есть это два разных ощущения. Как странно. Что такого крутого в этих рыцарях, что аж всем? А, ну понятно, да, ну что типа, не запрещенное было бы. Бар четкого шиба, что, простите? И, кстати, тоже зверь. Блин, я уже забыл, почему Стеллок это бумер.
него там какие-то проблемы с рождением, ну или что-то с детства какие-то проблемы же были, да? Опять это отторжение. Что, простите? Звучит как-то слишком жирно. Обочка не случайна. Ну понятно, типа почему авторы так сделали, фан-сервиса ради. Ну а кто против? Никто не против. Подарок. О, понятно. А, окей. Шестью пальцами кинза залетает. Хвостики, это... Ладно.
Чё не бьё? Почему Джилу-то? Бедный. О, нифига себе бабла привалила. Чивы и Стелла же, да, конечно. Она аж 3 заказа сделала. Эх, люблю Стеллу. Ну да, минус бабки, но я даже не бомж. Так, ладно, прошлая запись была супер короткая, а это... Ну ладно, не супер, чуть короче, а это прилично длиннее, ну ничего страшного, я решил уж день добить. А, кстати, да, Донован, правда, он, по-моему, только ж пиво заказал или что? А, нет, стоп, он тоже кучу всего заказал. А, вообще сегодня день супер больших количеств заказов. Да, это просто такой очень прибыльный день. Наверное, даже специально разработчики сделали, чтобы помочь, если вдруг ты там налажал. У нас и все клиенты, скорее всего, довольно богатые. Да, Донован, Кира, Стелла, ну, Джест вообще дополнительный. Кстати, ее могло и не быть. Хоть если бы Джесс не было, то ничего особенного в этом дне не было, потому что было бы всего 3 клиента, хоть и с большим количеством заказов. Ну, я просто обратил внимание, что чаевые колоссальные, больше 1000, 1100 это вообще чуть ли не рекорд. Ей, крыша над головой. Все, давай, конец записи.